пожаловать к нам в пещеру репетиционную, по-другому это не назвать. Здесь мы готовимся к предстоящим концертам и одному из очень важных для нас в Париже, который будет в ноябре. Вот, так что вот сейчас мы все тут с инструментами возимся, подключаемся, и скоро вы сможете увидеть самые сокровенные моменты. Но не все. Частично мы вас будем выгонять. Так что встреча на концерте. Да, все самое интересное на концерте. На запись в студию. Не люблю опаздывать, но зато я немножко выспалась. Надеюсь, что сегодня смогу хорошо записать одну песенку. Это Андрей Дейков, наш звукоинженер и звукоинженер данной студии. Это наш саунд-продюсер Николай Бичан. Вот. И, собственно, сейчас я так полагаю, что вы будете наблюдать наш чек, а потом запись. Давай все-таки от начала до конца попробуем прописать всю песню сейчас. Ну, да. Просто чтобы был такой черновой дубль, чтобы ориентироваться тоже по песне быстрее. Ты готова, да? Да, ты готова. Хорошо. It's a fire, burning within, it's too damn hot out here. I can hear screaming sounds so sweet. I can hear breath, I can feel the heat. It's too damn hot, it's too damn hot, hot. Понимаю, но зато у тебя как-то более организованно стали фразы звучать. То есть я не знаю в конечном итоге за счет чего тебе это делать, но просто я предложил такой метод, как бы, который более такой, скажем, может быть, простой, но он понятный сразу же. Посмотри, как тебе лучше, но главное вот эту вот специфику сохранить, построение фразировки. It's a pleasure with a little taste of pain. It's a feeling that drives you insane. It's too damn hot, it's too damn hot, hot. Отлично! Сейчас будем записывать дальше песенку «Damn Hot». С нее мы планируем выход на сцену в Париже. Так что она должна быть просто мега-супер. Вот. Продолжайте слежку. Are you ready to give in to me? Are you ready to know what the real love can be? Are you ready to give in to me? Are you ready to know what the real love can be? Танцевать одновременно. И для этого, собственно, я обратилась к одному из лучших педагогов в Санкт-Петербурге, Марине Гайдадиной, руководителю студии 17. Что, коллеги, респект. Спасибо. Да, у Аллы получается все очень замечательно. Действительно, очень круто, когда певец может не только петь, но и танцевать. И процесс тренировок, репетиций проходит очень жестко, каждый день, по несколько часов. Поэтому я уверена, что она будет готова к любому концерту, к любому шоу уже буквально через короткий промежуток времени. Так что ждите ее выступлений и следите за информацией. Давай. Да, и вот так у меня проходит каждый день. Вот с этой роскошной книгой Ольги Леонидовны, которая полагается диск, аудио, я, собственно, занимаюсь, потому что все-таки самое главное на сцене, если ты певица, это звучать, вокал. Это звучать хорошо. Да. Представь себе, что ты боксируешь. Боксер. Get! Нет, а ты get! Ты как будто бы
лицом эту грушу бьешь. Так. Get your baby. Давай. Get your babies to my bed. I say, rock in my bed, baby, rock in my bed. 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 Да. Так, давай мы отмотаем немножко назад. I'm so excited, don't wanna hide it. I'm so excited, don't wanna hide it. Get your badass to my bed. I say rock in my bed, baby, rock in my bed. Get your badass to my bed. Сегодня у нас будет съемка такая, бои без правил. Всякие пузатые дяди со своими девушками будут говорить, типа, давай, мочи. Я буду вот одну блондиночку. Меня будут сегодня бить. Вот это символ того, что я против конвейерности, против стандартов. Она как бы символизирует собой вот эти стандарты. У нас будет три очень офигенные фотки. Так что наблюдайте за нами. As I am, if you wanna be with me, I'm so hot, baby, so will you take me to the stars up above? Will you kiss me? Oh, I need it so bad. Подводи к своим, только не вплотную. Вот так ты закрываешь, как вот так прямо держишь. Еще вперед выставь просто. Вот так. Да, вот подбородок чуть выше, голову чуть на нас прими, вот так, не запрокидывай ее. Аллочка меня избила, вот такие вот последствия. Russia, we love you.